шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча журналиста Радика Амирова со студентами. Темой лекции была выбрана профессиональная и общественная деятельность журналиста в реализации гуманитарных проектов. Цель мероприятия – это прямой диалог со студентами, их интересами и ценностями. Для нас это очень большой опыт, потому что мы иногда не понимаем молодежь и не слышим их язык. Например, нужно ли слушать Моргенштерна или не нужно слушать Моргенштерна? Почему он популярен? Дело не в творчестве певца, а почему молодежь этим увлекается? И что надо сделать так, чтобы молодежь привлечь на правильное русло? Особое внимание было уделено вопросу журналистской этики и личного бренда. Радик Амиров считает, что кроме следования пунктам трудового договора, каждый журналист обязан следовать негласным правилам. Например, заранее обговорить вопросы логистики, а также пропускного режима и парковки. Также спикер выделил, что общаясь с обучающимся, необходимо избегать оценочных суждений о персонах, более того, не рассказывать в негативном ключе о них своим коллегам. Далее состоялась серия вопросов и ответов. Вот, по вашему мнению, какими качествами должен обладать или развить в себе человек, чтобы стать хорошим телевизионщиком? Радик Амиров подчеркнул, что важным с его точки зрения в работе журналиста является ответственность за достоверность и саму концепцию транслируемой информации. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.